Всем привет! Дорогие машины! Лучшая одежда от именитых дизайнеров, шикарная недвижимость, деньги, слава и безграничные возможности. С самого детства у детей звездных родителей есть все, о чем только может мечтать взрослый человек. Они не знают, что такое простые детские радости, зато знают, сколько должна стоить их очередная игрушка и как заставить предков делать то, что они хотят. Сегодня предлагаю поговорить о золотых отпрысках, которых невероятно избаловали собственные неугомонные родители. Сури Крус. Настоящую красотку и модницу Сури Крус уже знает весь мир. Можно смело сказать, что эта девочка уже готова к тому, чтобы в будущем стать королевой нью-йоркской золотой молодежи. Она очень избалована родителями, и особенно в выборе одежды. Поговаривают, что Сури никогда не наденет то, что ей не по душе. И уж тем более, если эта вещь не является брендовой. Да, она очень избирательна в своем гардеробе. Сама увольняет собственных учителей, а в свободное время посещает с подружками маникюрные салоны в центре Манхэттена. Девочка практически не общается со своим звездным отцом Томом Крузом. Но он все равно балует дочь невероятно дорогими подарками. Мать девочки Кэти Холмс смогла немного приструнить пылкий нрав дочери, приобщая ее к спортивным матчам и музеям. И как оказалось, не зря. Ведь раньше Сури могла закатить истерику на ровном месте. Как говорится, лишь бы для того, чтобы провести время в более люксовых местах. Джордж и Шарлотта Кембриджские. Знаете, совсем не странно увидеть в нашем сегодняшнем списке этих королевских малышей. Еще бы, когда у них есть бриллиантовые наборы для маникюра за 1,5 миллиона долларов и запас игрушек стоимостью в остров в Карибском море. И хотя их именитая мать все время пытается воспитывать своих отпрысков, как обычных детей, подобные подарки настойчиво напоминают Джорджу и Шарлотте об их высоком положении в обществе. К сожалению, уже в своем юном возрасте эти дети прекрасно осознают цену публичного внимания к их персоне и довольно часто пользуются этим, демонстрируя характер. Например, принц Джордж однажды начал сильно капризничать на шоу Royal International Air Tattoo, а его сестра Шарлотта прилюдно расплакалась и картинно упала на землю в аэропорту Гамбурга, когда той не понравилось, что ее мама отобрала у нее столь милые сердцу листочки бумаги. Что касается самого младшего, принца Луи, то пока за ним ничего подобного в поведении замечено не было. Лурденс Леон. С самого раннего детства любимая дочь Мадонны Лурденс Леон купалась в деньгах своей звездной матери. На ее гардероб выбрасывались огромные деньги. И вместе с этим девочка могла позволить себе спокойно выбросить в мусорное ведро надоевшие брендовые вещи. Да что там говорить, даже сейчас во взрослом возрасте она тратит около 200 тысяч долларов ежемесячно на люксовые шмотки. И, конечно же, все из кошелька Мадонны. Несмотря на свою любовь к деньгам, Лурденс не общается абсолютно ни с кем из золотой молодежи, поскольку считает их всех неровней себе. Да уж, запросы явно как у мамочки. Только таланта такого же нет. Бэрон Трамп. А теперь давайте поговорим о младшем сыне Дональда Трампа Бэроне. Этот юный парень уже старается быть копией своего отца. Его стиль одежды и манера общения уж очень напоминают бывшего американского президента. Долгое время пресса и пользователи интернета подшучивали над мальчиком за его странное поведение на публике. Поговаривали даже, что президентский сын на самом деле аутист. И что сказать, за всеми этими речами пристально следил сам Бэрон. То ли это совпадение, то ли кляуза сына богатому папочке, но такие шутники сразу же лишали своих профилей в социальных сетях, а некоторые журналисты даже теряли работу. Парам Шарма. Пальма первенства самого раздражающего и испорченного ребенка обоснованно принадлежит Параму Шарме. Парень из очень богатой семьи не занимается ничем другим, как развлекается со своими, видимо, лучшими друзьями – деньгами. Не верите? Однажды, например, он выбросил 4000 долларов с окна многоэтажного дома, просто для того, чтобы подразнить тех, кто жертвует деньги на благотворительность. А многих голливудских звезд, сколотивших себе немалое состояние, Парам называют бедными крестьянами. Парень опустился до того, что даже украл iPhone, после чего отсидел 90 дней в калифорнийской тюрьме. А все для того, чтобы показать, ему позволено все, что угодно. Кингстон Джеймс МакГрегор Росдейл. Сыну Гвен Стефани сейчас 15.
и на него уже идет настоящая охота журналистов. А все потому, что мальчик очень неравнодушен к шикарной одежде и дорогой косметике. С самого малого возраста он не позволяет никому выбирать для себя подходящие луки, даже своей звездной матери. Поговаривают, что он может учинить настоящий скандал, если хоть кто-то старается навязать ему свое мнение по поводу выбора одежды. Также он любит красить ногти и волосы, тратя в салонах красоты баснословные деньги. Во что это выльется в будущем, остается только догадываться. Джейден Смит. В самом детстве Джейден Смит был по-настоящему обаятельным ребенком, который просто влюблял в себя всех зрителей кинофильмов, в которых снимался. Когда парень вырос, он поменял актерскую карьеру на музыкальную, тогда его имя оказалось в самом центре скандалов. Он позирует в женской одежде, несмотря на все разговоры и просьбы своих звездных родителей. А в 2017 году он раздул огромный скандал в отеле, в котором остановился, из-за того, что ему подали на завтрак блинчики с сыром. По словам самого Джейдена, его взбесил тот факт, что работники не знали о его вегетарианских предпочтениях. Говорят, места было мало всем. Друзья, я был рад поделиться с вами этим видео и уверен, что вам было интересно. Чтобы не пропустить выпуск следующих видео, обязательно подпишитесь на мой канал и включите уведомления, если еще этого не сделали. Также подпишитесь на мои соцсети по ссылкам в описании. В них я делюсь огромным количеством полезной информации, которую не озвучиваю в видео на канале. И если вы считаете, что среди ваших друзей есть те, кому это видео будет полезным, обязательно перешлите им ссылку на этот ролик и поделитесь этим видео в социальных сетях. Если вам есть что добавить, обязательно пишите комментарии. Я читаю их все и по возможности стараюсь ответить на каждый из них. Также поставьте отметку «Нравится», если хотите еще больше выпусков на данную тему. И до встречи в новых видео.